кератирование маркетологи понимают много всего. Но, как правило, это когда я в кератиновый слой встраиваю какие-то кусочки белков из кератина и восстанавливаю свой кератиновый слой. В нашем случае кератин – это тогда, когда мы работаем с вами на этапе введением ботокса, потому что это, ну, ботокс в реснице, это, конечно, не совсем, это аналогия, вот по-хорошему аналогии. В ботоксе есть двойное действие. С одной стороны, насыщаем кератином, во втором случае заполняем и выравниваем собственные кератиновые чешуи.